находится в городе Луганске. Тут будет сейчас фотография, как детский игровой домик выглядел в самом начале. И в углу у нас находится мягкая кроличья нора. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Твой детский домик» и меня зовут Уманский Алексей. Обзор на этот детский игровой домик я хотел сделать уже очень давно. А все потому, что этому домику уже несколько лет. Точная дата создания и когда мы установили этот детский игровой домик будет где-то здесь, здесь, здесь. Итак, данный детский игровой домик находится в городе Луганске. И пространство называется «Лофт» в виде праздника «Авокадо». Ссылочка на Инстаграм, на социальные сети, а также адрес. Переходите, посмотрите и подписывайтесь на ребят. И на нас, кстати, тоже. И не забудьте поставить лайк. Это очень сильно поможет в продвижении данного видео. Спасибо большое. Итак, данный детский игровой домик претерпел некоторые изменения. Тут будет сейчас фотография, как детский игровой домик выглядел в самом начале и как вы можете видеть, как он выглядит именно сейчас. А все почему? Потому что он переезжал. Он перенес переезд. Его собрали в рамках уже этого помещения и этих размеров. Поэтому домик уже с небольшими изменениями, но тем не менее, он также прекрасно хорошо выглядит и также прекрасно хорошо радует детей. У данного детского игрового домика есть два этажа. По лесенке можно подняться наверх, посмотреть через балкон, пройти через домик и скатиться по горке. На первом этаже у нас есть отдельная комната с детской кухней, с зеркалом и вот таким вот окошко. Кстати, внутри домика есть подсветка. Это очень хорошо. Детишкам будет светло и ясно в любое время года. Естественно, домик, конечно, в помещении, но тем не менее, когда больше света, тем лучше для детей, особенно для их зрения. И в углу у нас находится мягкая кроличья нора. Дети туда, как правило, забегают, валяются, бесятся, играются. В общем, в этом домике дети проводят очень весело и интересно время. Ну что, не стану я затягивать. Давайте посмотрим на этот домик в деталях. Вы на него полюбуетесь, а у меня на YouTube появится еще одно видео с нашей работой. Не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч. С вами был я, Уманский Алексей. Пока-пока!